Рассада ириса Хаббард эффектно выделяется на фоне других декоративных растений. Для данного сорта характерно раннее, длительное цветение. Основные особенности культуры – пурпурно-фиолетовый окрас лепестков. Лепестки украшены изящным узором, выполненным в бело-желтых тонах. Диаметр бутонов достигает 16 см. Листва мечевидная, зеленая. Что касается условий выращивания, то это растение отличается относительной неприхотливостью. Сажают его на плодородных, умеренно влажных, дренированных почвах, предпочитает цветок солнца. Размножают семенами ирис Хаббард или вегетативным способом. Ирис сибирский Хаббард – это травянистый высотой 70-90 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска стандартов пурпурно-фиолетовая, окраска фолов пурпурно-фиолетовая с белыми и желтыми штрихами у основания. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.